Всем привет, с вами Елена Смирнова. Сегодня буду заходить в новый псевдомайнинг OrcMine, где нам дают при регистрации 100 ГХС и плюс бонус каждый час. Там это 500 мегахэш, как-то так. Значит, работает 0 дней. Майнинг свежий. Давайте я переведу на русский и посмотрим. И очень много уже народу. Смотрите, 8185 человек. Значит, ну здесь облачная добыча, как бы у нас преимущество. Давайте посмотрим. Так, преимущество. Ой. Так. Так, высокий доход до 7% в день, 100 ГХС для регистрации. Сразу нам будет уже, значит, моментальные платежи выплачивать в долларах можно. Так, реферальная программа 10% от пополнения. Дальше. И по часовой бонус, что вот я вам говорила, 500 МС. Ну, в общем, еще мощность нам в подарок каждый час. Вот, нажмите кнопку и получите бонус мегахэс каждый час. Вот так. Значит, показать оригинал. Секундочку. Так, и вот регистрация простая. Email и пароль. И нажимаем Sign Up. После регистрации я сразу попала в кабинет, и у меня вот сразу по умолчанию стоит биткоин. У нас здесь биткоин, доги, даш, интериум классик, просто интериум, USD, биткоин кэш, вот валюта и лайткоин. Я же буду майнить доллары, потому что доллары, они быстрее всех как бы намайниваются, да, набегают сумма. Так, это что у нас? Пауза. Так, решено уведомление. Ну, пусть будет у нас уведомление. Так, я хочу поставить как... Вот. Доллары я хочу. Так вот, у меня тупит компьютер сегодня, не по-детски. Сейчас посмотрим. Я запустила майниться доллары. Начали. И вот у меня уже стоит по умолчанию 100 ГХС наш бонус. Значит, давайте вот значок. Ага. А русского почему-то на русский не переводится. Флажок стоит русский. Вот. Значит, по вкладочкам. Так, вот 100 ГХС. Это общий баланс счета тут идет. Значит, здесь купить ГХС, это уже по желанию, кто захочет. Здесь у нас снять деньги, но это потом. И получить наш МХС, почасовой бонус. Нажимаем. И смотрите, вот у нас бонус почасовой. И нажимаем на него. Все, смотрите, мне капнуло было ровно 100 ГХС, стало 100.5. Это 5 центов. Ну и нормально. И через час опять заходим, опять нажимаем на кнопочку и опять же получаем бонус. Так, и что у нас? Бонус за продвижение. Смотрите, получите бонус за помощь в продвижении проекта. Вы можете получить бонус за повторную отправку в социальной сети, размещение баннера на своем сайте, публикацию видеороликов, обзоры на форумах, мониторинг
которых и другие действия, полезные для проекта. Чтобы получить бонус, просто укажите, что именно вы сделали, и добавьте ссылку на результат работы. После ручной проверки вы получите бонус. Значит, можно делиться своей ссылочкой и проектом в соцсетях, например, да, сюда вставляете ссылочку, ну, или видеообзор. Здесь, ну, сделать репост как бы в соцсетях. Так, вот, вот здесь, смотрите, чуть ниже сейчас. Вот, Facebook, этот, ВКонтакт, Twitter, Одноклассники, Telegram по почте, как бы, и... Значит, здесь мы что? Нажимаем вот сюда, репост. Смотрите, репост, обзор, видео, другие. Вот, и описание. Вот. И нажимаем отправить. После проверки нам дадут еще плюс, какой-то бонус будет. Значит, давайте посмотрим на вкладочку, нажмем снять деньги. Так, Виндраф у нас. Так, и биткоин у нас. Здесь, ага, минимум. Смотрите, биткоин, минимальная сумма. Это выходит 100 тысяч. И максимальная, даже указана максимальная сумма. Смотрите, я поставила. Тут сами уже посмотрите. Так как я поставила USD, мне, конечно, интересно USD. Минимальная сумма на вывод всего лишь 50 центов. Значит, введите Pair или Perfect кошелек, чтобы получить перевод. Вот. Ну и нормально, хорошо. Значит, здесь у нас персональное меню. Значит, это у нас майнинг. Ага. Далее. Мои партнеры. Значит, наша партнерская ссылочка здесь находится. Далее. Баннеры. Так, баннеры у нас 125 на 125. Вот здесь нажимаем. Появляется другой баннер. Так. Что-то он не появляется. Значит, вот ссылочка на баннер. И вот 160 на 600, 400, 468 на 60, 728 на 90. Ну и русский, английский. Как бы далее, что у нас тут еще? История платежей. Здесь у нас настройки. Вот. И что дальше? Ну, такого особого здесь больше нет. Ничего. Возвращаемся в майнинг. И здесь у нас, смотрите, наш уровень. Вот мой уровень 2% сейчас капает. Следующий уровень будет 3%. А до следующего уровня 1 доллар. Вот такой вот псевдомайнинг. Я думаю, можно, смотрите, даже есть как бы график майнится, вот интересно, да? Вот, пусть майнится без вложений, я думаю, можно посидеть. И тем более есть информация, что возможен вывод без вложений собственных средств, что, согласитесь, очень неплохо. Ну что, кому интересно, ребят, присоединяемся. Я свою ссылочку оставлю под видео. Делитесь в соцсетях. Отправляйте ссылочку. Заходите ежечасно, получайте бонус. Ну и за репосты бонус. Вот. И таким вот образом будем наращивать мощность. И чтобы денежка капала быстрее. Вы же выбираете валюту, какая вам больше подходит. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Не забываем подписываться на канал. Пока-пока.